Ну, огромное количество людей, конечно, сейчас зависит от социальных сетей. И, наверное, публичные люди, звезды, артисты, которые через социальные сети пытаются взаимодействовать со своими поклонниками, да и просто люди, для которых зачастую социальные сети стали возможностью зарабатывать деньги, конечно же, ощутили на себе все последние перемены, которые происходят ВКонтакте в том числе. Поэтому лично для меня, ну, для меня было ощутимо того, что, например, в последнее время там стали возникать проблемы с прослушиванием музыки, да и в принципе с общением. Поэтому, наверное, людям нужно немножечко переходить от все-таки интернет-общения и не забывать о том, что есть помимо этого живое общение. Ну и, наверное, думать о том, что помимо каких-то общественных социальных сетей, есть сейчас очень большое количество социальных сетей, которые только начинают развиваться. Может быть, стоит сделать ставку на них, так как они все-таки не влияют на какое-то подсознание человека, и, наверное, тем самым, может быть, те люди, которые хотели бы ограничить наш доступ к ним, не берут их в расчет.